То есть, смотрите, уже труп не видно. Находимся на речке Мажипсин. Здесь огромное количество сотрудников. МЧС стоят. Но уровень воды по максимуму, я смотрю, что вроде бы начал падать. Это большой плюс. Потому что, видите, уровень выше. И будем надеяться, что он не поднимется. Но, как говорится, кто его знает. Потому что он по реке, в принципе, туда, в ту сторону уже под мост Пятихатки. Там все печально, ребята. И уже идет вода по Пионерскому. Сейчас дальше видео вы это все увидите. Сейчас же здесь вот, по крайней мере, по тому уровню, который там был. Может быть, что-то падало и вода выше поднималась. Но сейчас вроде бы уровень начал уменьшаться. Большой вопрос. Сейчас иду вдоль речки Мажипсин. Здесь в водоохранной зоне, зоне подтопления. Вот новые стройки начинаются. Хрен знает, как это все у нас происходит. Все не очень хорошо. Видите, какие огромные просто потоки воды идут. То есть вот мы стоим, видите, докуда затоплен асфальт. Ощущение, как будто вода прибывает. Главное, чтобы не рвануло дамбу, потому что там как раз-таки сейчас заявлено, что на Пятихатках может прорвать дамбу, и тогда будет просто метра полтора сейчас затоп идет. Хотя кирпич проезд запрещен, но у нас некоторые местные жители отважные туда все-таки ездят. Интересно, заберут у них права за это или нет. Не знаю, можно сравнить видео, пока я ходил до пирса туда-обратно. Ну, по-моему, осталось на том же уровне, как я тут был. Ну, МЧС дежурит, это самое главное. Местные жители тоже смотрят за своими домами. Проплываем гостевой проезд GMT. Тут вода, как всегда. Пионерский проспект очень сильно топит. Топит в тех же самых местах. То есть вода, походу, через фею пошла на Пионерский. Смотрите, у нас пошла вода вот сюда, вот к золотым пескам. То есть текут настоящие реки. То есть опять полный писец. Просто смотрите, мы прям с вами плывем. Это прям река. Действительно река. То есть если там уже падает, да, у нас уровень воды, то здесь, можно сказать, все только начинается. Ужас, очень жалко людей. Сейчас женщина стала разговаривать, говорит, мы только все починили, только все поменяли, и что опять у нас все это? Юг, смотрите, опять защищается песком, то есть мешки с песком здесь лежат. И тут водичка опять по бордюру. И вот жалко опять тот же самый пансионат, который и в прошлый раз тонул, тонет и сейчас. Тут опять очень большие потоки воды стекают в него. Я думаю, что весь пансионат уже утонул. Да, все именно так. Просто ужас. Там воды по пояс, ребята, в этом пансионате. Открыли ворота люди и принимают воду. Просто писец. Мы возле ЖК 4 сезона сейчас находимся. Это ужас. Так, грузовики проезжают. Потоки очень сильные. Смотрите, волна пошла и сюда перескакивает. Вот снег лежит, то есть, который не весь подтаял. Смотрите, какими объемами уходит вода. Это при том, что речка Мажипсин тоже спускает воду какую-никакую через себя. Я, кстати, не отметил, что с той стороны у нас находится детский лагерь, который называется Прометей, бывший олимпиец. И он тоже затоплен. Видите, вода стоит. В общем, очень жалко GMT, феи все. Просто из-за того, что не сняты эти гребаные плиты, да, которые могли бы всю эту ситуацию разрулить. Я надеюсь, что не заболею после этих походов, и все будет хорошо. Легковушкам я бы сюда не советовал ехать, потому что, ну, очень тяжело проезжают здесь машины, и можно свою машину здесь утопить. Сейчас вам предлагаю сбегать за 4 сезона, которые стоят сейчас без света, и посмотреть, как там дела именно с первыми этажами. Вот такая вот ситуация ЧП. Никого, ни МЧС, ничего. Там на речке стоят, ждут, прорвет дамбу. Если прорвет дамбу, это будет просто писец. Хрена себе, я рыбак. Кто ты? Ай-яй-яй-яй. Вот моя ладонь. То есть у нас будет рыбка. Прикольно. Интересно, еще есть? Кис-кис-кис-кис-кис-кис. То есть рыба пошла. Мы идем, кстати, возле 4 сезона. И тут, видите, кто по плитке ориентируется, то есть я уже в воде иду. Главное рыбу не упустить. Хотя тут люди уже живут даже на первых этажах. Жалко, блин, людей. Потому что в прошлый потоп вода заходила аж туда, в дома.
Ну, представьте, здесь вода уже стоит. Иду сантиметров 40 поток. То есть, ну вот она в фею упирается, как я говорил. То есть забор бетонный. И туда дальше уже как бы не двигается. Вот смотрите, пороги настоящие. Вот территория феи. И там вот нет вход. Здесь вообще все утонуло. Да? Ну, большую одну поймал. У вас вода в дом не зашла? Я просто смотрел, когда прошлый потоп был, там вода была. Да, пока нет. Пока нет. Ну, дай бог, чтоб не зашла. Вроде дамба, ну как. Какая рыба? Ох, бля. Ловите. У вас прям с окна, боже. Еще одна. Ну, это, блин, прям эту жалко. Сейчас мы ее отпустим. Ты пока полежи. Хотя, честно, 100% погибнет. Подошли ребята МЧС, они говорят, что воды сейчас больше, чем даже было летом. Действительно так, то есть воды тут прям просто очень много. Можно к этому просто привыкаем. Давайте дойдем еще до речки Можепсин, посмотрим, что там. Вот смотрите, здесь вот возле феи, я чуть назад вернулся, да, через фею вода идет. Здесь вот прям очень жалко частный сектор. То есть опять все те люди, кто тонули летом, утонут сейчас. Точнее, уже утонули. Потому что я тогда разговаривал с людьми вот, Анапские зори, да, и они говорили, это вот, кстати, кривой проход, мы сейчас поворачиваемся. То есть говорят, а что толку, говорит, вот мы тут закроемся, да, она идет через другое. То есть там закроемся, идет через другое. Вот смотрите, поток идет. Поток воды заходит в южные, в дюны золотые, я все думал, они не они, то есть смотрите, то есть я вот заезжаю, у меня уже машина тормозит, то есть там ступеньку не видно. Кстати, к сожалению, ребята, видите, здесь тоже вот вода стоит. Здесь вот видно, смотрите, поток идет, как я вам говорил, что упирается в фею, и вот часть через фею проходит воды вот здесь, вот видите, через Кисмет, вот она вот здесь выходит, да, а часть вот через ту сторону, через 4 сезона, то есть вот вода, поток делится. Видите, женщина стоит, сейчас время без 20:12, люди стоят, не знают, что ждать. То есть, здесь, смотрите, тоже отрубили свет, слышно, как работает генератор. И смотрим уровень речки Можепсин. Во-первых, вот здесь вода пошла, да, то есть через вот эти вот ЖК. И уже топит вот сюда проходы. И смотрите, здесь трубы немножко торчат. Это очень хорошо, что вода пока не идет через асфальт с той стороны. Видно, что подтопление. Ну и до верха мостика пешеходного осталось совсем чуть-чуть. Но сейчас покажу вам самую жесть. Вот вода пошла через вот эти территории. Стоим с другой стороны дороги, возле речки Можепсин. И здесь, смотрите, вода все затопила тротуары. Идет через вот Пионерский проспект и сюда сворачивает. И полностью вот эта вся территория затоплена. Сейчас этого не видно. Вон, посмотрите, какие потоки несет река. И вот полностью все это в море. То есть, честно, даже не знаю, может, если бы открыли, она бы уже испала вода. Ну, сейчас двигаешь по дороге сюда вот на проход, видите, весь Пионерский проспект, тротуары тоже затоплены, то есть здесь не пройти. Здесь вот раньше была все территория Северного Сияния, потом гостиницу мы наделали, то есть все полностью затоплено. Вот такая жесть здесь творится. Здесь вот чуть-чуть тротуар есть. Полностью везде отключен свет, только он в одном месте немножко горит. Это как все, как плавающая Венеция. Давайте вот сюда дойдем еще посмотрим, что здесь. То есть, ну, вода пошла, да, она затопила территорию пансионата. Уровень поднимается, пока он там прорвет. То есть уровень будет расти. То есть я в сапогах иду по тротуару. Здесь прям пипец. Смотрите, прикол, ребята. Здесь гейзер. То есть канализационный, что ли, получается, люк, да? И вот вода в него уходит, и вот она вот так вот волнами туда-сюда
Здесь, но тут на замки настолько закрыты, я так понимаю, что его обычно выбивает в такую погоду. Слушайте, как будто волны подходят к нему. Это такая необычная ситуация, что это?